все мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир. В сегодняшнем видеоролике мы поговорим на такую неприятную тему, как общее количество игр, официально выпущенных для платформы Android TV OS, которые ставятся на умные телевизоры Sony, Samsung и на Android TV-приставки. И всего их 158 штук, то есть, вдумайтесь, за все время существования платформы было выпущено всего 158 игр. Однако на обратной чаше весов обычно Android, под который было выпущено уже несколько сотен тысяч игр, и ничто не мешает нам поставить игры из-под обычного телефона на нашу TV-приставку и телевизор. Однако, если мы пройдем настройки, мы не увидим пункт управления с помощью геймпада, потому что игры заточены под сенсорное управление. Как быть нам, обладателем ТВ-приставок и телевизоров, у которых на руках только пульт и геймпад? Вот решение. Программа Octopus. Она работает как на обычном Android с оболочкой Android TV, так и на полноценных Android TV OS. Единственное, что если у вас программа вылетает, поставьте версию 1.2. Данная программа из коробки умеет работать с геймпадом, клавиатурой, вниманием, мышкой, без наличия прав суперпользователя. Я буду показывать настройку на примере геймпада, так как это основное средство ввода для игр на наших Android TV-приставках. Самое главное, чтобы ваш геймпад полноценно определялся системой, а именно вы могли настраивать стики, курки, шифты, кнопки и крестовину. Если все окей, то давайте посмотрим на меню. Мы выбираем клавишу A. Это сенсорная кнопка, которую мы будем привязывать к физической кнопке нашего геймпада. Вы спокойно перемещаете ее по рабочему столу по игре с помощью мышки, после чего задаете команду LB, RB и также поддерживаются внимание комбинации. То есть, если у вас на геймпаде не очень много кнопок, вы все равно с помощью комбинации можете выйти из сложного положения. И ко всему прочему, стики. У них регулируется мертвая зона, то есть вы можете как расширить стик, так и уменьшить его, если вдруг в игре используется нестандартное управление. Например, в Принце Персии нету привычного нам сенсорного стика, а используются кнопки. Ну и у меня был выбор, либо повесить туда стик и просто уменьшить его размер, либо повесить все это на кнопочки. Ну, мне удобнее управлять крестовиной, при том, что крестовина, она также раздельна, не цельная, то есть стрелочка вверх и стрелочка вниз, влево-вправо, они могут располагаться на различных элементах управления. То есть это раздельно абсолютно обособленные клавиши. В общем и целом, программа совершенно бесплатная. Как вы видите на данном видеоролике, работает без проблем, при том, что здесь не полноценный Android TV, а здесь версия Android 5.0 с накатанной сверху оболочкой Android TV. Ну, то есть те самые недорогие китайские ТВ-приставки. В любом случае, ссылочка на загрузку в описании под видеороликом. Если вам инструкции не хватило, у нас есть полноценный обзор данной программы также в описании. Всем пока, дальше будет только интереснее.